Я для себя сделал одно важное открытие, что для того, чтобы не болеть, важно не превращать свой организм в мусорку. Я имею в виду ненужную еду, которая приносит только вред. Да, поэтому я провела такое небольшое исследование и решила узнать, какие же продукты нам необходимы в рационе, чтобы поддерживать хороший иммунитет. Смотрим, друзья! Я знаю, что тыква очень полезный продукт, да, для того, чтобы было здоровье, силы и так далее. Да, энергия. Да, в каких фруктах еще содержится много витаминов? Ну, во всех фруктах содержится. Мандаринах много, в апельсинах. Ну вот в зимний период, да, что можно кушать, чтобы поддерживать иммунитет и не заболеть? Все надо кушать, все продукты, все овощи, чтобы не заболеть. И поменьше мясных блюд и продукты. Мясо, это же тоже очень вкусно. С помощью каких фруктов и овощей можно укрепить свой иммунитет? И самое главное... Имбирь. А из сладкого? Лимончик, а? А из сладкого? А из сладкого? Медик. Мед. А вы не боитесь заболеть? Вы вот в общественном месте работаете, куча людей. Пока, слава Богу. Слава Богу. Пока, здоровья, слава вам. Богу. Спасибо. Что вы желаете нашим телезрителям, чтобы... Здоровья побольше и пользоваться лимончик, чай пить, имбирь с имбирем. Пить, в каких овощах и фруктах находится больше всего витаминов, как вы считаете? Как вы защищаете себя от гриппов этой зимой? Капусту ем и клюкву. Капуста и клюква вместе, в наборе, конечно. Да? А это очень вкусно? Очень. А вот в грибах содержатся какие-то полезные витамины, чтобы не заболеть гриппом? Нет. Так, а в каких овощах? Вон, клюква у меня есть, чтобы не заболеть гриппом. Да. Угу. А как вы поддерживаете свой иммунитет, чтобы не заразиться? Потому что в общественное место... Я пью клюкву, облепиху. Облепиху у меня есть. А грибы я жарю и ем. Красный перец самый лучший. Красный перец. Проходите, пожалуйста. Самый лучший витамин С в красном перце. Ни в лимоне, ни в цитрусовых. Только фрукты можно, апельсин, мандарин, лимон надо кушать обязательно. А с помощью каких средств вы укрепляете свой иммунитет этой зимой, чтобы не заболеть? Ну, много зелени кушаю, очень много. Потому что зелень очень полезна. Спасибо. Так что кушайте зелень и не заболеете. Спасибо большое. Ну, сейчас дорого зелень, но все равно надо кушать. Дорого все, что ж мы делаем? Все дорого. Калий, на все хорошее тоже укрепляет иммунитет, да. Вот сегодня идет от простуды, у нас липовый цвет от простуды, оно тоже хорошо, чай, да. В чай, от картлиши хорошо. Да. Вот это хорошее тоже, красная рябинка хорошая укрепляет иммунитет. В каких овощах и фруктах содержится больше всего витаминов? Что ты уходишь? Какие фрукты ты кушаешь каждый день, чтобы поддерживать свой иммунитет? Фрукты, ну, яблоки. Яблоки, так, бананы. Бананы, да. Бананы. А что полезнее, апельсин или аскорбинка? Наверное, апельсин. Апельсины любишь? Ну да. Что пожелаешь нашим телезрителям, чтобы они не болели, всегда были полными сил и энергии? Что нужно? Ну, есть фрукты и заниматься спортом. Заниматься спортом, это прекрасно. Хорошего дня тебе, спасибо. Спасибо. А как вы защищаете себя от гриппа? Меньше шляюсь. А в каких овощах и фруктах, по вашему мнению, больше всего витаминов содержится? В лимонах, в яблоках, да во всех фруктах витамины все есть. А вы кушали бы каждый день по одному лимону, чтобы вот прям вообще быть на высоте? Зачем по целому лимону? Сколько хватит? Если он 7 рублей, то вы меня извините. Ну, да, дороговато. Яблоки, мандарины, апельсины. А как вы защищаете себя от гриппа? Стараюсь бывать меньше в людных местах. Как сейчас. Да. Ну и там чаще руки мыть, зубы полоскать, там рот полоскать, отлично, такое. Отлично. Скажите, а какого витамина не хватает нашим депутатам Украины? Ума им не хватает.